вами Виолетта Маур или просто Ви. И сегодня на моем канале мы сделаем новую рубрику. Вы, наверное, давно меня не видели, наверное, соскучились. Я решила сделать вам новогодний такой сюрприз. Надеюсь, вы рады. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на мой канал. Ну а мы продолжаем. Сегодня на моем канале мы вместе со стилистом Любовь Безган разберем 5 образов, которые мы составим вместе совместно на распродаже. Мы такое делаем впервые. Я думаю, что если вам понравится такой жанр, то мы, наверное, будем его делать чаще и больше. Так что поехали. Мы решили снимать видео в стандартных магазинах Страдивариус, Зара, Бершка, чтобы каждый из вас мог подобрать себе такой же образ или же что-то подобное в своем городе. Ну что, мы подошли к первому стенду, и тут очень много разных свитеров, цвета, которые я вообще не воспринимаю. А ты хочешь мне его дать? Я сейчас просто расскажу, что если вы хотите взять вещь, которая будет служить вам весной, например, да, то к леопарду руки не тяните, неоновые оттенки будут актуальны в 19-м. Да если вы не готовы вот к такому дерзкому варианту, например, где есть совсем чуть-чуть неоновые полосочки, как здесь, она просто чуть добавит акцентов. Поэтому переходим на тренды медленно. На распродаже есть несколько правил. Первое из которых, конечно, нужно идти за теми вещами, которые вам реально нужны. То есть перед тем, как идти на распродажу, лучше составить список, а для этого нужна работа с актуальным гардеробом. То есть брать очередную 25-ю футболку, потому что она стоит 150 рублей, не надо, она все равно пролежит. Это про меня. Это про всех, тем больше. Кстати, никто не ходит на распродажу со списком, это огромная ошибка, потому что вы тратите деньги не туда. То есть, если вы понимаете, что у вас нет там, например, низа классного, базового, то берите, да, конечно, его и ставьте его в список прям по приоритетам. То есть, первое, что мне нужно классные джинсы. Второе, что мне нужно классный там джемпер. И только тогда будет какой-то вариант. Девчонки и мальчишки, ну, скорее всего, девчонки, не будьте такими, как мы все, а реально прописывайте список. Я, честно, обязуюсь, все. В следующий раз, когда я буду ходить по распродаже, то я буду себе писать список того, что мне действительно нужно. Потому что обычно это заканчивается тем, что ты берешь какие-то вещи, которые тебе вообще не нужны, но ты все равно доволен, так что ладно. На что мы смотрим? Ну, смотри, у нас есть, скажем так, вариант того, в чем ты уже пришла, и мы можем его обыграть, правильно? Кстати, что на тебе? О, на мне, на самом деле, очень крутая шуба. Я, на самом деле, впервые ношу такой материал. Это эко-мех от интернет-магазина Гипюр. Я, на самом деле, очень люблю женственность в вещах, и мне тяжело носить пуховики. То есть я себя иногда даже заставляю их носить, чтобы просто чередовать что-то в своем стиле. Но именно шуба, я благодарна тому, что она и теплая, и красивая, и классная, и она Greenpeace, так что лайк. Ну и еще у меня здесь водолазочка. Водолазочка, да. Сейчас мы подберем вариант под водолазку, то есть, но не будем, естественно, брать никакие оттенки, которые уже есть, попробуем смиксовать с другими. Друзья, подождите, посмотрите, что мне подбирают. Что это? Ребят, я такого не ожидала. Я не думала, что в этом видео зайдет так далеко. Важные моменты, в которые можно инвестировать, это пальто, обувь и сумки на распродаже. Смотрите, чтобы они были не приевшиеся какой-то сезонной расцветки. И вот мне понравилось вот это, оно двубортное. Я там увидела свою любимую в обтяжку кофточки, и честно сказать, у меня просто рука к ним сразу потянулась. Я обожаю, когда все в обтяжку. Кофточек. Не знаю, но они всегда куда-то издеваются, как носки. Никогда не понимала вот такие вот сумки, честно сказать. Типа кондуктор стайл. Нас хотели безжалостно прогнать из магазина. Мы, конечно же, мы просто все уже отсняли, поэтому можем спокойно идти снимать примерочный. Так что пойдемте, образ у меня уже тут висит. И спокойно заходим. И буквально через несколько секунд. И... Друзья, помогите, пожалуйста. Люба ушла. Посмотрите, что она сделала со мной. Я бы такое никогда бы не надела. Ребята, помогите! К такому повороту событий я действительно была не готова, но если бы она бы одевала меня по стандарту, наверное, было бы неинтересно, поэтому рубрика «Эксперименты». Ну ладно, мы сейчас до конца добьем образ, и потом я уже красивенько выйду, как будто бы я еще не выходила. Подождите. Нет, что-то ничего не меняется, ребят. Ну ладно, давайте посмотрим. Люба, расскажите мне, пожалуйста, что вы мне подобрали под этот образ? Почему все выглядит так необычно? Ну, потому что это вообще не классическая Виолетта, которую мы знаем. Да, да, то есть это вообще
для меня из этого, наверное, самое комфортное — это водолазка, наверное, потому что она моя. Мы сделали удобный, городской, яркий вариант, где наши джинсы достаточно необычного кроя, широкие, непривычные, естественно, для тебя, но, тем не менее, очень модные. И мы просто эту водолазку, такую вот красивого сиреневого цвета, подчеркнули зеленым и достаточно ярким, в том числе и неоновыми, да, оттенками шарфом. Я думаю, что многим такой вариант понравится. Я сама так носила. От региона, где вы живете, нужно понимать, что, ну, как мы можем позволить себе разную верхнюю одежду. Я уверена, что жители Краснодара или Сочи пальто оценят, ну, зимой легко. Здесь достаточно классическое пальто с не совсем изгитой, ну, как бы клеткой. При этом мы совместили со спортом, да, то есть вот здесь такой капюшон. Когда увидела в первый раз, я уже хотела переодеться. Но когда она принесла пояс, я уже такая думаю, блин, в этом есть какой-то смысл. Обратите внимание про ноги. А если все-таки вы живете в климате, где, ну, крепкие минуса, да, зимой, то, конечно, обувь лучше покупать не в масс-маркете, а хорошего качества. Лучше потратить, лучше одну купить. Да, и то есть обувь, сумки и пальто — это то, ну, куда можно смело инвестировать. Сегодня мой мозг немножко в шоке. Я обычно эту шубу носила в женственном стиле, я обычно надевала сапоги, а сейчас мы подобрали комбинезон. Если вам нравится такой образ, если вам нравится такая Ви, вы пишите в комментариях, я подумаю. Но не буду изменять женственный Ви. Как женственно носить, а вот как и носить более в комфортных ситуациях, когда нужно выглядеть, ну, там, чтобы тебе было удобно, например, во время перелета. Мне показала Люба картинки, какие там есть, как носят люди в Москве, в Питере. И она мне поверила. Мне не осталось вариантов, потому что это реально, ну, существует, такие люди реально есть, ребят. Напишите в комментариях, вы носите такое? Мы уже в Заре. Мы делать будем более сексуальный образ, так что... Подобрали мне более женственный образ. Здесь у нас, получается, нет колготок. Но это не потому, что мы совсем крейзи, мы ходим без колготок. Просто потому, что у меня черные колготки, и здесь лучше было бы смотрелись вот такого же винного цвета колготки. Детка, покажи мне Калифорнию. Я навсегда это запомню. Я навсегда это запомню. Детка, покажи мне Калифорнию. Я навсегда это запомню. Я навсегда это запомню. Итак, более женственный образ. Ну смотри, да, если мы вспомним много твоих луков, то ты очень любишь, да, обтягивающие какие-то водолазки, короткую юбку, мы, в принципе, все это оставили, но добавили модный пиджак, неприкольный, прямого кроя, и вот такие вот сапоги, которые, да, слегка такое ощущение, что это вот карандаш в стакане нога. Мне нравится, в общем. Сейчас мы покажем, как их еще носить. Давайте, поедем. Вот все, как хотела Виолетта, чтобы была видна фигура. Да. Это для тех, кто всю зиму худел и хочет, чтобы это было видно. Ну что, мы уставшие, но счастливые, довольные. Подобрали 5 образов. Надеемся, что вам они понравились. И вы возьмете для себя что-то на заметку. Мы старались подобрать, в принципе, бюджетные образы, да, только, наверное, обувь, потому что она не на скидках, реже на скидках бывает. И остальные вещи, я думаю, вам зайдут, и вы сможете найти в своих городах. Благодарим Любу за то, что она подсказала нам. Надеюсь, что мы еще сможем снять что-нибудь интересное. Если у вас есть какие-то идеи, например, может быть, какие-то 5 советов от стилиста, как сочетать, может быть, какие-то классические вещи, может быть, не классические вещи, как вот красный носить. Я думаю, что если вам интересно, вы обязательно оставляйте в комментариях свои вопросы, мы подумаем. Да, сегодня мы собирали, по сути, наобум, потому что это первый раз. Если вы напишите какие-то конкретные пожелания, хотим больше там в спортивном стиле, или покажите 10 вариантов с мини-юбками, нам будет намного легче, да. И вам будет полезней. Так что оставайтесь на нашем канале.
канале. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, наслаждайтесь. И с наступающим вас Новым годом, если он еще не наступил, потому что монтировать я буду долго, наверное. Так что, может быть, с наступившим, да? Ну, а мы пока обнимемся и пожелаем вам всем удачи. И покажем нам нашего оператора. Спасибо за съемочку, спасибо за помощь. Главное, оставайтесь счастливыми, классными, креативными и... Стильными, да. Всем пока! Покажи мне любовь!